partner 82 shot it through the goalie's shoulder. Alexi the Great. It's a little loose. Brad's got too much hair. Right, boys. Thanks, everyone. So, great start, great finish, like every time with the drama, but still we win. Keep in first place. And so, keep going. Keep this win streak going. Yeah, fucking right. Whose house? Our house! Whose house? Our house! Whose fucking house? Our fucking house! Привет! Видите, что происходит в азиатской лиге? Денис Куляш забросил первую шайбу и попытался съесть ее. А уж английским Алексея Иванова я вообще приятно удивлен. Начнем с новостей из-за океана. Богдан Киселевич доступен для обмена, и Флорида не намерена предлагать хоккеисту новый контракт. Богдан Киселевич доступен для обмена, и Флорида не будет против, если этого хоккеиста заберет другая команда. Понятно, что после того, как Киселевич провел несколько лет в клубе, где выполнял определенные функции, то от него было бы наивно ожидать голов и передач на уровне какого-нибудь Томаша Бо. Со своими делами справлялся. Был надежен при обороне своих ворот, особо не подводил, хотя было видно, как непросто дается ему привыкание к новой лиге. Но в таком возрасте адаптация не может быть простой. У него солидный минус 3 после 31 игры. Он не ярок, но не всем же выделяться на площадке, да и для игрока обороны самое лучшее быть незаметным, то есть если при нем не забивают, то уже хорошо. Но у руководства Флориды свое видение. Вероятный обмен означает, что они просто не собираются предлагать Киселевичу новый контракт, не рассчитывают на него. Если Богдан захочет остаться в Северной Америке, то с обменом или без него он уже не будет во Флориде. Лишь бы только не Эдмонтон или Виннипег. Я не уверен, что у Киселевича есть с собой теплые вещи, а ведь там все за доллары. В КХЛ возвращается Сандис Озалинш. Он будет помогать в Торпедо Дэвиду Немировски. Озалинш – это мощь и большой авторитет среди хоккеистов. Сочинский клуб с Сергеем Зубовым приехал в Балашиху, чтобы встретиться с Авангардом. И надо выигрывать. В Балашихе матч Сочи преподносят как армянское дерби, но я бы не торопился говорить об этом. Еще не факт, что оба хоккеиста сыграют, а Михаила Галустяна точно не будет. Там другое интересно. В прошлом матче между этими командами Михаил Фисенко практически избил Дамира Рахимулина, а тот достаточно крепкий парень и затаил обиду. Думаю, можно будет повторить. В смысле, Миша, завтра не приходить на игру? Уверен, что это будет гораздо более серьезный бой, если будет. Дамир из Перми, а мы там такое обычно не прощаем. Ждем и... ну ладно. Тренировка Сочи получилась удивительной. Например, в раздевалке команды играли песни из индийских фильмов, и это поразило даже Сергея Зубова. Дмитрий, вы слышали индийскую музыку? Сегодня диджей Бармен поставил первую песню. Бармен? Тогда все понятно. Оштрафуйте, пожалуйста. Кажется, что сочинцы, которые вдруг оказались на опасном 8-м месте, приготовили массу сюрпризов для Авангарда. Например, в атаке или в обороне, я не разобрался, будет выступать Константин Барулин. Барулин в атаке, в обороне, вы тоже в атаке, в обороне отрабатываете. Что еще? Да ничего, любой игрок должен быть многофункционален. Уметь играть и там, кроме ворот. На этом сюрпризы не закончились. Так Сергей Зубов понял, что пропускать надоело, и решил выставить двух вратарей. Я спросил про Барулина и услышал вот что. Завтра сыграет. А Петя? И Петя сыграет. Видите, уже в два вратаря решили сыграть. Кроме того, готовится и сам Зубов. В конце тренировки, в которой он был одним из лучших, главный тренер показал, что совсем не устал. Я видел, вы отжались. Сколько раз вы можете отжаться вообще, в принципе? Не считал. Пока силы есть, наверное.
Что-то я уже боюсь вечернего матча в Балашихе. На тренировке «Авангарда» я не был, но кто знает, что Боб Хартли придумал. Мог и выходной дать на этот день. Телевизор на скамейку он уже повесил, а кресло-качалку можно купить в любой момент. Напомню, что сочинцы проиграли в последних 6 матчах из 7 и позволили рижанам опасно к ним приблизиться. В хорошем смысле. Закончим новостями из МХЛ. Спартаковец Михаил Шалагин вчера забросил 4 шайбы в ворота Тайфуна, но заметим, что одну привез. А в Екатеринбурге Максим Седов чудесным образом поразил ворота победителей Дании из Астаны. Это знаменитый гол имени Кирилла Пилипенко, или в конце концов имени Константина Барулина, так его и называйте. На этом я прощаюсь с вами и напоминаю хоккеистам, что если они будут заниматься моей работой, то я выйду на лед и стану лучшим бомбардиром КХЛ. И не говорите потом, что не предупреждал. До свидания. У тебя канал в Ютубе? Не знал. Про канал в Ютубе ты не знал? Да. А что у тебя там? Ник Армяна называется. Заходи, подписывайся. Андрей Алтабрамакян, либо дневник Армяна. Что ты там делаешь? Снимаю повседневную жизнь, поездки некоторые. Вот. Сейчас чуть-чуть пауза у нас, как бы у нас напряженный график. Боремся за выступ плей-офф. А так, да. А ты не следишь за моим инстаграмом, да, вообще? Инстаграм.